Здравствуйте. Ну, в этом ролике я буду строить окна, как я и говорил. Вот здесь передние. Немного восстановлю то, что нарушил. Это не надо, ну так, для наглядности, как говорится. Сразу определюсь, сколько я окон буду строить. Здесь мне симметрия не нужна. Ну, посюда. Нажимаю К, захожу в инфу и удаляю то, что у меня влетело. Так проще. Так. Цвет мне нужен белый, чуть базовый не начался строить. Броня у меня здесь сейчас. Тяжелая снаружи. Внутренняя сторона легкая. Три поставлю. Так, мостик у нас будет вот по центру, на этом уровне. Значит, наверное. Вот отсюда будем строить. Вот до сюда. Можно было включить всю симметрию, но уже не включил, и ладно.
сверху и снизу. Окна будут равномерные, и потом я там в процессе еще размещу раздвижные. Будут закрывать вот этот сектор. С обзорной части от внешних воздействий. Извините. Хотя я планирую сделать так, будет как бы это не носовая часть, это носовая часть в мирное время. В военное время это будет у меня. Задняя часть, и за счет маневренности этой два корабля, которые я вот «Медуза» назвал, я буду добиваться того, чтобы эта вот именно часть находилась все время в зоне обратной атакам всем, которые будут происходить на этот корабль. Легкую броню и восстанавливаем эту сторону по возможности. Thank you.
подчеркивание вот этого окна. Беру синий цвет.
строить какую-то ломаную поверхность такую причудливую, чтобы можно было туда потом вести окна. И чтобы выглядело хотя бы не как троллейбус. То, что с задней стороны там что-то где-то не закрывается, это не страшно. Так. Этот блок мы сейчас заменим. Если вы заметили, я ставлю здесь кругом. Тяжелую броню. Это будет ограждать нас, типа там рубку от всего остального.
по-другому свет не поменяешь в этом блоке. Так, смотрим. Перебор. Вот так вот. Это я нажал Shift. Нажимаю Ctrl. Он берет окраску трех клеточек вокруг. Тогда пойти. Сразу привожу в порядок вот эти части, что потом будет много возни. Окна ставить гораздо проще, чем вот заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, приводить в порядок. Сейчас надо будет теперь посмотреть сверху, чтобы там не было. И поскольку мы все извините, простудился.
закрыли, там потом разбираться. Вот вещи нужно сглаживать, когда их видишь, чтобы потом впоследствии меньше было видно. Вот такая у нас кибитка получилась на уровне нулевом. Сделаем туда. Все, что не сгладилось сейчас, сгладится окнами. Если сейчас не дать свет, то потом будет просто некрасиво. Thank you.
установить блок. Не факт, что там все и останется, может потом придется перекрашивать, а может нет. Но если этого не делать, никогда не придешь к тому результату, который наиболее оптимальный. Решение для перехода. Попробуем один не докрасить. Не совсем тоже не нравится, но просто оставить как время. Thank you.
быстрее делает окна. Не станет. Придется связывать уголками сначала. Лишевое, значит, здесь изнанка. Окна надо ставить хвостиками вовнутрь, но, конечно, здесь, где очень нетрудно становится, я уже на это внимание сильно не обращаю. Еще потом я проверю, дадут ли мне эти окна герметичность. Это тоже важно. Так.
Я же не должен выключить симметрию по оси. Здесь можно пробовать тройные, двойные окна, но когда вот ставишь одинарные, вот такие, оно как-то повеселее получается. Такая на кабину больше похожа. Теперь должно привязаться. Здесь должно привязаться то, которое я нахожу. Thank you.
завершающая стадия. Это тоже себе не оправдало. Так. Вот. До какого-то результата приводить, тогда оно постепенно и приобретает какой-то вид. Лишнее сразу убирать,
чтобы не угодило в углубление. Вот такая у нас получилась кабинка. Все, нужно будет делать кресло пилота, раздвижные системы всевозможные, кучу окон по бокам и везде. Но основную как бы идею я вам концепции этой всей объяснил, чего я хотел. Здесь вот этот угол мне не нравится, но пусть будет. Хотя мы можем еще сделать вот такой ход конем. Эстетический такой. И этот угол скроется. Снизу у нас такого нюанса нет. Есть вот. Какая-то симпатичность появилась. Все, здесь у нас кабина такая. Теперь заходим сверху. И в нее. И там мы нарушили один блок. Надо сразу его. Сразу что-то с ним сделать. Вы поняли, нажимаем Ctrl, убираем здесь весь этот свет. Здесь угол мы удалили, потому что у нас не остановилась броня. Значит, мы тогда удаляем этот угол, этот угол, этот угол. Здесь уже идем, давайте тяжелой броней. Вот здесь, верно, идем вот таким. Наше помещение. Thank you.
делаем двойную броню. Часть там метеоритные двери и прочее, если вдруг мы себя каким-то образом от этого всего обезопасим, получается. Но это все можно придумывать сколько угодно. Так, доделаем там и все. Поскольку снизу у нас уже есть двойная, то здесь мы закрываем для красоты. Вот здесь, видите, еще есть пространство. Это я потом установлю здесь подсветку. Я люблю так делать. Вот эти уголки пусть остаются, они такой добавляют какую-то, и рисунок этот пусть остается. Ну вот. Разве вот здесь можно убрать. Теперь смотрим в середину этого. Можно было поставить кресло кого-то. Вот видите, это последнее. Теперь я две срежу. Всякий случай, легкая броня обратно. Thank you.
кресло. Ну, сейчас у нас нет генератора, ничего работать не будет, вернее реактора. Но посмотреть можно. Вниз полный обзор. Здесь на 90 градусов есть. Вверх тоже. Прямо над головой. Ну, она так высоко не функциональна, если по ней гадить начнут из какого-то вооружения, сами понимаете. Вот такой у нас пока корабль. Какой-то блин. Можно как-то будет переделываться. В следующем видео я расскажу, как я делаю эти свои спицы, лучи эти, и сразу тогда корабль начинает приобретать уже вид, как говорится, медузы, то есть уже начинает быть похожим на то, что он должен собой представлять. Спасибо за внимание, всего вам хорошего, до свидания.